Николай Тискальди своим примером доказывает, что талантливый человек талантлив во всем. Еще недавно он блистал на сцене Большого театра, а теперь стал звездой экрана, телепередачи «Сегодня вечером». При этом он не скрывает, что к успеху шел трудной дорогой. Балет не терпел легкомысленного отношения к себе. Если, не дай бог, Григорьевич, вы пришел на спектакль и что-то ему не понравилось, ты народный? Народный. Все. Это был мой последний выход. А может быть вообще на сцене, и не только в роли. Я повел начало своей карьеры в сложной иерархической обстановке. Потом каждый раз, выходя на сцену, в ложе слева сидела Уланова Семенова. Вот всю мою юность. Стручкова, Фадеевич. В кулисах обязательно стоял Лавровский Владимиров. Потом, когда стал директором Васильев, всегда был Максимов с Васильевым. Напоминает знаменитость. Постоянное присутствие рядом легенд сцены налагало свои обязательства. Сделать что-то не так было непозволительно. Ты выходил перед величайшими артистами, ты не имел права что-то сделать не так. Потому что просто зайдя в кулисы, даже во время спектакля, тебе могли кто-то из взрослых сказать: «Мальчик, у тебя вообще как с головой? Ты вообще что себе позволяешь?» Потому что сцена была священная, признался Тискаридзе.